Солнце вот-вот появится из-за горного хребта и зальет теплым светом зеленые склоны. На небе не облачко. Видимость прекрасная. Дело за козерогами. Дорога хорошая, машина движется быстро. И мы, не теряя времени, приближаемся к отправной точке, откуда начнем поиск зверя. Но надо двигаться дальше. Вот отсюда и будем охотиться на трофейного горного козла. В поле зрения охотника попадает несколько зверей. Плотная животных в этих горах очень большая, так как непосредственно по хребту гор, который мы видим, проходит граница с национальным парком. Соответственно, животные кочуют с одной территории на другую. Вот, видишь, вон они пошли. Ага, ага. Это вот, что пищали. Вот и зверь, который нам нужен. Ведет себя спокойно, не подозревая о присутствии охотника. У Сергея появилась возможность хорошо подготовиться к выстрелу. Отлично. Трофей добыт. И очень точным выстрелом. Лег на месте. Теперь нужно подойти и рассмотреть его как следует. Следы крови на камне показывают, что зверь совсем рядом. Смотри, вон свежая лежит. Ну, смотри, какая она. Не, она и пенится. Пенится, это легочная. Всего через несколько метров увидели зверя. Один из трофеев, за которыми Сергей приехал в Испанию, добыт. Счет открыт.